Они сама ярость. Жестокие, бесстрашные, неудержимые, беспощадные. Но ты будешь еще хуже. Рви их в клочья, пока не уничтожишь всех. Мы обязаны его сдержать. Определить причину демонического вторжения невозможно, пока связь со спутником Распресс не будет восстановлена. Здравствуйте. Я доктор Сэмюэл Хайден, глава этого комплекса. Я думаю, мы сможем работать вместе и решить эту проблему к обоюдной выгоде.
демонического присутствия. Начинается блокировка. Небезопасный уровень демонического присутствия. Начинается блокировка.
Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Нельзя дать ему покинуть это место. Он может все разрушить. Я беру на себя полную ответственность за все ужасные события последних 24 часов. Но вы должны понять, мы интересовались этим миром исключительно ради блага человечества. Да, все вышло из-под контроля, но уверяю вас, у нас были веские причины для такого риска.